مؤسسة ولا بيت تقدم داغستان الحوم وفتين أحمد حاجي أفندي Варабей, который находится в своем кастрюле, лучше, чем бык, который находится в кастрюле другого человека. Имеется в виду, на людей, чтобы ты не надеялся, или, в общем, сами поймите смысл этого слова. Варабей, своей кастрюле. Про тарика тоже хочу несколько слов сказать. Потому что... Мне сейчас 160 лет. Потому что... Я сторонник тариката. Одно хочу сказать. Тарикат, тарикатом, чтобы называть, нужно, чтобы в этом тарикате противоречия шариату не было. Вот что такое тарикат. Если шариату противоречит, значит это не тарикат. Муфтий Воробьев, Ахмад Афанди говорит, что если тарикат противоречит шариату, то это не тарикат, то есть заблуждение. А теперь давайте посмотрим на явное противоречие пророку, мир ему благословение, которое есть в тарикате, которую они приписывают к пророку. Смотрим далее. Поэтому эти женщины сразу же с маленьких лет дочери надо учить, чтобы они во время менструального цикла не дотрагивались к еде. Но Мюрида... который находится в тарикате. Тарикате – это уже влияет на мюрида. Как мне оказывает отрицательный эффект на мюрида. Вот эта еда, которую готовила женщина, будучи вот в периоде менструации. Уставы это тоже так говорят. Большие мюриды тоже так утверждают. Поэтому, кто хочет получить хороший эффект, результат от вида всего того, что он делает, конечно, нужно вот, постараться, чтобы вот, относительно еды, чтобы была чистота. В религии суфистов есть такое, что еда, которую приготовила женщина во время менструального цикла, становится нечистой, так же, как это у иудеев. Это явно противоречит действиям пророка мир ему и благословение, и шариату, где нет такое, что женщинам нельзя прикасаться к еде во время менструации. Почему вы запрещаете делать то, что совершал пророк мир ему и благословение? Разве это не противоречие шариату? Что же вы чище его? Или же вы больше боитесь Аллаха, чем он? Что отвратительнее и омерзительнее вас, о суфии? Ни одного, создая самого маленького, нет в тасауфе того, что выходит за рамки Корана и хадиса. Это будьте уверены. Все то, что говорит Аллах тасауф, все то, что делается, до волосинки взято из Корана и хадиса. Ни одного, даже на миллиметр от Корана и хадиса не отходит. Поэтому глубоко будьте уверены. Посмотрите, как этот женоподобный суфистский шейх наглую врет, что все, что они делают, до волосинки взято из Корана и хадисов, и что нет ничего такого в тарикате, то, что противоречит Корану и Сунне. Кто-нибудь объясните этому бедолаге религию ислам, что все, что они делают, хатму рабита, молитва мертвым. Маулиды все это не из ислама, и что это все выдумали еретики из секты Накшу бандитов. А то этот бедолага, который всю жизнь учился врачом, думает все, что он делает, это взято из Корана и Сунны. Вот что бывает, когда ты в религии ноли не изучал ислам и заблуждают простых людей. Говорить, что ни на миллиметр, не отходит от шариата. Мы тут доказали, как вы за иудеями следуете. Разве это не противоречит шариату? Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Судный час не наступит до тех пор, пока мои последователи шаг за шагом не последуют по стопам своих предшественников». Его спросили: «О посланник Аллаха, по стопам иудеев и христиан?» Он ответил: «А кого же еще?»